Всем привет! Сегодня у нас вот несколько посылок, вот таких вот, они из разных магазинов все, и давайте посмотрим, что внутри, давайте на большую, ну, на этот, с этого вида мы посмотрим, что вот здесь, потому что оно большое и неудобно будет смотреть со стола, вот, а остальное уже камеру поменяем и посмотрим, что у нас поприходило еще. Скорее всего, судя по Fishing Rods, то есть судя по надписи, это удочка. Покупал я ее, блин, проткнул и сдул там все. Покупал я ее на Алиэкспрессе. Цену уже не помню, ссылка будет в описании. Вот, купил я две удочки. Одна была на Gearbest, я купил, вторая на Алиэкспрессе. А, нет, а может и не удочка будет здесь. Ага, это удочка, правильно все. Это которая удочка с автоматическим отбрасывание. Давайте посмотрим. Ну, она идет в таком вот чехольчике простом. Так. Что-то у меня. Здесь у нас вот такой вот штырь. То есть мы его вставляем, втыкаем в землю. Штырь довольно-таки неплохой. Снизу вот здесь какая-то заглушка, наверное, чтобы земля не попадала. Ну и давайте попробуем сработать механизм. Один раз щелкнем его. Ну а уже детально, как будет это на рыбалке, посмотрим дальше. Так, я одену, пока здесь нету вот защелки, которая должна держать эту крышку. Она легко спадает. То есть, ну ладно, без нее будем. И как же ее зарядить? Вот так. Щелк. То есть зарядили как винтовку. И вот здесь вот настраивается чувствительность вот этим вот кружочком. И вот здесь у нас сюда мы заводим леску от удочки. И когда рыба начинает дергать, она дергает и подсекает сразу. То есть, ну, сработало отлично. Вот, и как это будет работать, мы посмотрим на видео, когда я соберусь на рыбалку. Я сниму обязательно, как вообще действует, не действует эта удочка. С виду все сделано хорошо, стальная, я не знаю, как надолго ее хватит. Вот, но с виду сделано все хорошо. Ну и давайте еще раз попробуем щелкнуть. Стремно, конечно. О! Опасная штука. Ну, давайте поменяем ракурс камеры и заснимем ее покрупнее и перейдем к остальным посылкам. Вот все механизмы. Вот это вот рычажок, на него цепляется леска. Когда рыба дергает, она дергает этот крючочек, и удочка раскладывается за счет вот этой вот пружины. Все прикольно сделано. Лопатка. Вот затычка какая-то, чтобы сюда земля, наверное, не попадала. Вот. Здесь все раскручивается. Веттинг 1805. Ну, симпатично все сделано. Мне очень нравится. Вот в таком пакете оно шло. С обратной стороны такой тканевый. Обязательно, когда выберусь на рыбалку, мы ее испытаем и заснимем все на видео. Сделал камеру выше, для того, чтобы понимать, как замотали струны. Пупырку замотали, они ее неделю заматывали, то есть, ну, струны, которые, с которыми ничего не может произойти. Замотали так, что не добраться до них, как будто они там... Золотой запас. Ух ты, прикольные струны. Я купил несколько разных струн. Они запаянные даже. Сделано в USA. Клеартон. Это посмотрел, какие самые типа крутые на данный момент струны. Они, типа, этих посоветовали в одном из видео про струны. Я вот именно услышал эту фирму, нашел на Алиэкспрессе и купил.
или может на eBay, не помню точно, ссылка будет в описании. Сделано в USA, написано. Вот, я купил разные струны, вот эти Clairton и еще одни, какая-то популярная фирма тоже. Вот, две штуки. Ну, пока мы их отложим, потом я их вцеплю в гитару. Покупал их для маленькой гитары нашей, которая пришла, и у нее сразу лопнули струны. Но запаковали, конечно, их ДБЛа. Ладно, отложим и давайте пойдем дальше, посмотрим на лампы сразу. Пришло еще две лампы, вот одна не работает. Вторая работает. В прошлый раз также было, что одна работает, вторая не работает. В общем, придется писать опять продавцу, что опять не работает лампа, к сожалению. Ну, блин, получается, сейчас еще третья придет партия, тоже будет одна рабочая, одна не рабочая. Ну, будет весело, интересно. Ладно. Вот такой вот лев. И надо выложить котика, я так понимаю, вот этими алмазиками. Каждый алмазик пронумерован. Вот с обратной стороны 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И мы потом вот здесь их приклеиваем. Здесь у нас должен быть, ага, такой тазик для того, чтобы высыпать эти камушки. Далее, вот это вот я не знаю, для чего это такое гнется. А, это клей, наверное. Да, это клей. То есть мы... Ну, похоже на клей. Какая-то резина, ладно. Вот такие вот пакетики для того, чтобы можно было насыпать неиспользуемые штучки. Можно было в пакетик засыпать потом для того, чтобы продолжить позже. Ну и вот такая вот притягивалка. Мы ее берем и ртом притягиваем, наверное. Или просто берем так и потом затягиваем. Ну, по-моему, ртом нужно тянуть, чтобы они прилипали. Вот. Ну, круто, прикольная штука. Давайте положим все обратно. Вот, прикольная картинка, котенок. А, нет, она, это не клей, это какая-то другая чепуха, я не знаю, зачем она. Потому что котик, он промазан, промокнут клеем, то есть эти должны прилипать, камушки должны прилипать самостоятельно на него. Чуть позже облепим это все дело. Ну и последний гость нашего выпуска. Это перчатки, по-моему, я их покупал на Алиэкспрессе или на eBay, то есть eBay или Алиэкспресс, точно. Вот, ну, прикольно выглядят, гель, подушечки с гелем здесь. Давайте посмотрим, подойдет, не подойдет. Я взял размер XL, судя по размерной таблице, они должны мне подойти. Да, то есть совпадает размерная таблица. Там, по-моему, нужно руку было замерить, вот ширину ладони. И вот здесь у нас какие-то кармашки, я не знаю, для чего это. Вот. Мягенько, действительно мягенькие подушечки вот здесь. Приятные перчатки, сверху тоненькие. Давайте вторую сразу одену. Вот, я покупал их не для велосипеда, а для того, чтобы можно было висеть на турнике, потому что сейчас занялся немного собой, ну, я думаю, оно подтянется немножко. Вот, вот эта вот вставка, вот это кожа, вот это вот похоже на какую-то замш, вот кожа, и вот это вот синтетика. Ну, классно сделаны, прикольные. Вот здесь вставка тоже, я так понимаю, дышащая. Да, продувает вот здесь, то есть вот это вот все не продувается, и вот здесь продувается.
Вот, классные перчатки, мне понравились, ну, бомба. Вот, на этом у меня все, ставьте лайк, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок!